Чуть ли не главная новость этого часа. Десантник погиб, отмечает день ВДВ в столичном парке Горького. Когда мужчину извлекли из воды, он был еще жив, но спасти его не удалось. На месте трагедии работает мой коллега Алексей Казанников. Леш, приветствую тебя. Что случилось? Да, здравствуй, Алексей. Ну вот, получается, то, что омрачился все-таки праздник День ВДВ в парке Горького. Пока еще мало известно о том, кто конкретно был этот молодой человек, который утонул вот в этом пруду. Дело в том, что пока еще не установлено, даже действительно был отдыхающий, отмечающий праздник ВДВ, потому что основная все-таки масса людей находится у фонтанов и непосредственно на набережной, где сцена. Сегодня отмечу, что на этом пруду аренда катамаранов была закрыта, да и сам пруд, как вы можете видеть, не особо чистый. То есть здесь нет купающихся в нем, ну вот разве что если в состоянии опьянения. Пока вот такая информация, то, что мы успели узнать у очевидцев. На месте сейчас работает скорая помощь, полицейские также здесь находятся. Следователи приехали, устанавливают все обстоятельства произошедшего. И известно также, что тело как раз этого человека обнаружили просто мимо проходящие люди, вызвали службы. И действительно, когда достали из пруда молодого человека, он еще был жив. Но вот уже в машине скорой помощи скончался, спасти его не удалось. Алексей. Алексей, а можно уточнить, вот в связи со случившимся, как-то изменилась программа празднования Дня ВДВ в парке Горького? На самом деле, Леш, пока нет. Во всяком случае, те люди, которые находятся сейчас в основной части у главного фонтана, они попросту не в курсе, потому что сейчас мы отошли уже практически в самый конец парка Горького. Здесь не так много людей, и в частности, голубых беретов здесь практически нет. То есть здесь отдыхают обычные посетители, никто не кричит за ВДВ, грубо говоря. И особо не самое популярное сейчас это место, конечно, сегодня в этот праздник. Тем более после случившегося. Огромное спасибо. Это был Алексей Казанников из парка Горького, где погиб человек, предположительно десантник, отмечая День ВДВ.